А вот при наличии, знаете, к сантехнику влечения, ой, так трагично нестыковка сфер общения. Вот лично я с любым, простите, допущением сей альянс себе представить не могу. Но предчувствуя в дальнейшем огорчения от скандалов с невозможностью прощения, но по причине нервных клеток истощения от таких, как черт от ладана бегу. Так сказала мне блондинка сероглазая в узкой юбке, зовущей блузке газовой, под которой пятым номером указан был темперамент в стиле шторм девятый вал. Но идя в фойе подправить грим размазанный, знаете, так небрежно повела объемом базовым, что состав мужской, обидевшийся сказанным, протрезвел, хотя, в общем, нехило выпивал. А я-то в курсе всех ее последних опусов на предмет недлинных чувств в коротком отпуске, где в разделе «Интеллект» сплошные пропуски, и я прощаю ей нелепое вранье. Потому что дома пара мелких отпрысков, и муж состарился, и пьет почти без просыпа, но имеет статус крупного философа. Статус есть, а денег нету, вот и пьет. И что там пыжится, когда оно не движется, и серый день за серым днем на нитку нижется. Вон дети плачут, муж над рюмкою колышется, под ударами судьбы не устоять. И нет любовника, брюнета там или рыжего, нету денег на недвижимость. И сок утек, остались только престо выжимки. А любовь, как в алфавите буквы «Ять», ну кто там знает, как теперь ее писать?